Всем привет, с вами Мимико, и я продолжаю проходить вторую часть теории. Собственно, мы прибыли на мельницу, и она чем-то поросла, но поросла очень красиво, поэтому я не против, на самом деле. Надеюсь, что все это не пропадет. Забавно, то есть я туда не могу ползти над водой. Странно. Так, ладно. О, а вот этот механизм на фоне, поэтому... это было не совсем понятно. Вот туда я могу. А вверх-то как? Непонятно. Что-то там. Сейчас что-то случится, да? О! Ой! Понятно. Вот теперь логично. Мне все шестеренки запустились. Так. Я ж по ним катиться могу. Так страшно на самом деле прикасаться. После того, как в других играх тебя убивают. Постоянно что же щупальца сверху? Это почему-то резко перестало быть милым. Странная опухоль. Но я к ней не хочу подходить. Шипастая штучка, которая может меня утопить. Что может быть лучше? Так, я хочу вот эту срубить. И здесь, смотрите, какие-то сверху шипастые штуки. Так, там внизу я не сломаю, но ломается с другой стороны. Здесь я тоже не пройду. Я не могу их уничтожить. Но они, кстати, съеживаются, когда я по ним урон наношу. Забавно. Так. Ладно. Они меня сейчас скидывать начнут, если я освобожу, да? Я хочу слезть. Не? Безопасно? Ладно. Так, ну начали вот эти ехать. Ты кто? Простите. Что там наверху? Текс? Трясутся такие слева внизу. Окей. А, нет, трогать их можно было все это время, судя по всему. Ну ладно. Тут такая локация большая. Прекрасно. Как оно быстро крутится.
Но это было ожидаемо на самом деле. Слишком ожидаемо. Фух. Что там наверху? Я что-то забываю, что я к ним прикрепляюсь. То есть мне не обязательно прям так уж слетать. Что там внизу? А. Ну вот, я узнала, что там внизу. А, это вход. Забавно. Картограф. Люпо. Приветствую тебя на родниковой мельнице. Отсюда именно течет вся вода. Ну, в смысле, раньше текла. Когда я только занялся картой этих шестерней, мне было немного не по себе. А вдруг они снова начнут вращаться? Но они уже давно неподвижны, словно слюнявые слизень в спячке. Пока что здесь безопасно, наверное. Не желаешь приобрести карту этого лихого лабиринта за 150 искр духовного света? А, давай. Благодарю. Но я, если что, запустила их только что. Сори. Вау. Вау. Так, оно больше, чем я думала. Это какой-то самовар вообще. Так. Нифига себе. Нифигашеньки. Чё, она становится больше, мне кажется, все больше и больше. Возможно, у родника ты повстречаешь одно мрачное облако. Это не предвестник грозы, а наш дорогой Ток. Вечно он не в духе. Он ведь не всегда был таким угрюмым, а теперь от него только и слышно, что про упадок и до искажения. Как по мне, он слишком тревожится. Надо меньше грустить и больше карты чертить. Это мой девиз. Вот, гляжу на все эти шестерни и думаю, кто же это сотворил. В этих извилистых проходах и скрипящих шестернях очень тяжело сориентироваться. Может, у их создателей карты были? Наверняка ведь были. Я бы что угодно отдал, чтобы хоть одним глазком на них взглянуть. Опять же, время никого не щадит, а когда место меняется, ему нужны новые карты. Так. Ничего больше не скажешь? Все хорошо. Так. Это я умею, это я могу. Мне надо направо. Пожалуй. Да. Гениально, как всегда. Вот так. И вот здесь вот наверх. А, я рычаг не заметила даже. Забавно. Оу. Вообще, кто эти механизмы придумал? Почему какой-то... Какая-то палочка. Маленькая палочка. Воткнутая в рандомную деревяшку. Управляет целым спуском воды где-то там внизу. Это своеобразно. Ауч, ауч, ауч. Ауч. Что это за значок? Там кто-то находился, мы его еле-еле увидели. Я хочу обратно туда. Опять ты?
такой милый. И как же туда добраться? Это, наверное, энергия. Но как туда добраться, я пока не понимаю. Вот эта вот штука синяя сверху. Справа, может быть. Если бы я могла как-то что-то с ней сделать, но я туда пока не доберусь. Так, хорошо. Надо все еще вправо. Это самое лучшее. Что за чекпоинт? Это было максимально жестко. Так, пожалуй, я пошла как будто бы назад. Но мне не туда надо. Так, вот так наверх все. Так, да. Мне там еще руду собирать надо. Спокойно доезжаем. Без происшествий. Сейчас, небось, опять его убивать придется. Он такой милый, я не могу. Так, что-то... Что тут? Ой, 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 ой! Ой! Я не была готова к этому. Немножко. Блин, красивые такие светяшки. А вот и руда. А я не смогу иначе, да, отсюда выбраться? Прелестно. Так. Такая водичка красивая. Хоть и вредная. Я тебя обожаю. Эй, не дерись! Не надо драться. Могли все миром решить. Так. Ну, здесь даже отмечено на карте эти фиолетовые лучи. Забавно, чтобы не забыть, что там больно. Такс. Вниз. Понятно. Так. И вот здесь, походу, прямо вниз. Я смогла остановиться на какой-то кочке. Простите, что здесь происходит? У вас все в порядке? Мне кажется, не очень. Зато фрагмент ячейки жизни. Так. Ай! Самое время ее потратить. Закончили? Здесь хоть поспокойнее, надеюсь, будет. Я не поняла, что ты делаешь. Я не понимаю.
Надо туда пойти, может быть, я пойму сакральный смысл этого действия. Эй! Ты аккуратней был бы. А, ну как шестеренка заводится, что ли? А потом перестает. Да, бывает с этим проблемы. Допустим. Кто-то убился. Зачем он убился? Ты чего прячешься? Ну, хоть так. Мозг операции просто. Не то нажала. Зачем это? А, и вот здесь выход. Забавно. Так. Ну, нам теперь левый кусочек надо открывать. Он не вынуждает меня идти обратно наверх. Так. Это мне туда. Влево. Ну-ка. Е-е-е-е. Нормально. Я даже умудрилась набрать немножечко энергии. То есть оно еще выше. А, там была эта синяя штука, до которой я не могла добраться. Все, я поняла, что это за место, поэтому мы туда не пойдем. Все равно нам здесь, правда, выбираться надо было, так что мы ничего не потеряли, по сути. Ой, так быстро движется. Опасно было. Окей. Допустим. Так, а этот выход получается куда? Я не могу туда войти. Вот в чем нюанс. И это будет, скорее всего, переход туда наверх, в ту зону. Когда мы его починим, видимо. Так. Что
за синяя полоска такая там была? Странная. Какое-то странное место. Тоже. Так, поглотить свет. Притяжение. Вы освоили новые умения. Нажмите правую кнопку мыши возле крюка или синего мха, чтобы переместиться к нему. Судя по всему, это оно сейчас и есть. Так, нацелитесь на крюк с помощью стрелок. И нажмите пока им, чтобы на него уцепиться. Я надеюсь, это не будет стрелки. Во! Наконец-то. И мы, главное, здесь прямо тренируемся дальше. Like a boss. Ну, не зря же этот крюк сюда приделали, конечно же. Вот там он сверху. Угу. И он на нем причем еще висеть может. Не знаю, ограниченное время или нет, правда? Блин, класс. Прекрасно. И до мха. Слушайте, ну это очень хорошо продвигает геймплей, я вам скажу. И поэтому теперь мы просто обязаны вернуться туда, к той хпшке или что-то такое лежало. По-моему, хпшка. Ячейка жизни. Несмотря на то, что нам сейчас сюда открыли доступ. Нет. Нет, нет, нет. Мы вернемся туда. Вот сюда, где эта светяшка осталась. Благо, здесь недалеко. Ой. Подождите. А, это не та штука. Но зато здесь есть крюк, да? Видимо, чтобы было легче добраться. То вот здесь? Нет, следующее. Ай. Я гениально. Я очень гениальна. Я сообразительная. Старательная. Фрагмент ячейки энергии. Энергия была все-таки не жизнь. Так, и там нужно еще вниз спуститься. Этот отросток открыть. Если только там не вода. Странно. Так. Что это за место? Не спрашивайте меня, пожалуйста, что сейчас происходит на экране. Я просто хотела крюком зацепиться, попробовать еще раз на нем, но... В общем, не надо так делать. Пожалуй. А, здесь вот это вот мешает, наверное, штука туда пройти. Все, понятно. Понятно. Что ж, на этом я предлагаю закончить первую часть родника. Закрыто, и здесь еще их много. Очень-очень-очень много. Так что увидимся с вами в комментариях, ребят. Подписывайтесь и ставьте лайки, если вам понравилось. И всем пока-пока. До встречи.